Ну, это паулинка у нас. Месяц она уже находится. Может быть, чуть больше. Кошечка такая своя. Вот. Своенравная. На свою территорию она вообще никого не подпускает. То есть вот ее и все. У нее, конечно, она больная кошечка, впрочем, как и все. Мочевой там, такое все. Пьет очень много воды, она очень много воды пьет, но говорят, это хорошо, промывает почки. Так она не очень активная, она в основном лежит, сидит и сама себе на уме. Ну, территорию свою защищает. Она живет на кухне в основном, но когда хочется, она выходит в прайд. В общем, походит тут, полежит на диванчике, отметится, что она вот она ей, чтоб все боялись, и потом она опять уходит на кухню. Вот, ну так, конечно, смотришь на нее, такие прям глазки у нее. Я так думаю, она агрессивна, потому что либо у нее там что-то сильно болит, либо какое-то такое было отношение к ней, что такая агрессия из нее идет.